Всем привет, дорогие друзья, из потрясающей солнечной Алании. Как вы думаете, где мы находимся? А мы находимся на великолепном пляже Клеопатры. Мы здесь находимся по нескольким причинам. Ну, во-первых, стоит просто потрясающая погода, конец недели, и захотелось выйти и немножко прогуляться по набережной, подышать свежим воздухом, ну и, конечно же, снять для вас море, волны и вот эту вот всю потрясающую атмосферу. Также, дорогие друзья, у нас для вас хорошие новости. Помните, в одном из предыдущих видео я вам показывала магазин мебели, где мы выбирали мебель для нашей новой квартиры. Так вот, вы можете нас поздравить. Мы получили ключи 21 апреля. Приобрели мы квартиру в прошлом году в ноябре месяце, практически на завершение строительства комплекса. И я вам говорила о том, что это инвестиционное приобретение, и на самом деле оно оказалось очень классным и выгодным, потому что сейчас цена на эту квартиру выросла, ну, практически на 30%. Такой вот вход в квартиру. Очень мне нравится большой коридор. Кстати, очень классная сторона здесь. Немножко ветрено, и летом вообще не будет жарко. Здесь у нас кухня, место для холодильника. Вторая ванная комната достаточно большая. Можете нас поздравлять. Моя семья, моя мама, мой брат с его супругой также решили проводить больше времени в Алании, в Турции, и, возможно, приехать сюда навсегда. Поскольку мой брат занимается онлайн-проектами, то он со своей супругой решил приобрести недвижимость в Алании и попросил меня присмотреть для него классное жилье. Когда вы выбираете недвижимость, не забывайте о том, что для каждого есть свое место, для каждого есть своя квартира, район, местность. Кто-то любит жить около гор. Мы, например, любим жить далеко-далеко от пляжа, около гор. Моя мама предпочитает находиться прямо рядом с пляжем, а мой брат со своей супругой, ну, поскольку они молодые, любят и пляж, и природу, и более такие оживленные районы. Поэтому у меня задание найти хорошую квартиру для мамы. Я думаю, что это будет район Афсалар или, возможно, Карагаджак. Также для моего брата и его супруги. Возможно, это будет даже пляж Клеопатры, может быть, и Махмутлар. И я надеюсь, что я выполню их пожелания. Поэтому на моем канале будет выходить несколько раз в месяц видео с обзорами недвижимости, а именно квартир, которые мы будем смотреть. Недавно вышло видео с квартирами из Афсалара. Потрясающий район, шикарный пляж, просто обожаю это место. А в этом видео вы увидите объекты на Клеопатре, которые мы отсматривали. Также не забывайте о том, что в Алании есть недвижимость на любой кошелек, есть простые дома, есть комплексы класса люкс. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, мой WhatsApp в описании. И я надеюсь, что мой 10-летний опыт проживания в Алании и мои полезные советы помогут вам выбрать именно то, что вы хотите. Первый комплекс, который мы с вами сегодня посмотрим, находится рядом со знаменитым пляжем Клеопатры. В этом комплексе есть все самое необходимое для проживания. Это новый современный красивый комплекс с уютными квартирами,
В этом комплексе есть богатая инфраструктура, очень интересный дизайн. То, что касается инфраструктуры, здесь есть открытый-закрытый бассейн, детская площадка, сауна, хамам. Сейчас спустимся вниз и посмотрим все вместе с вами. В этом комплексе очень красивый, уютный подъезд. Такая входная группа. Расположено два лифта. И на нулевом этаже расположена вся инфраструктура комплекса. Сауна, хамам, крытый бассейн, закрытый бассейн, фитнес. Даже есть место, где вы можете заниматься йогой или другими видами спорта. Вот такой вот уютный, красивый фитнес-зал. И, как вы видите, все выполнено в очень спокойных, таких скандинавских тонах, которые дополняются как раз вот такой вот яркой зеленью и, например, пуфами, которые придают немного цвета для того, чтобы разнообразить немножко интерьер-экстерьер. Здесь расположен открытый бассейн. Как вы видите, есть детский бассейн, есть вот такие вот небольшие беседки, ну и, конечно же, шезлонги, на которых можно отдыхать, и зона для барбекю, где вы можете ужинать с друзьями, праздновать различные знаменательные события или просто отдыхать в выходные дни. В этом комплексе квартиры 1+1 по площади от 50 метров и по цене от 64 тысяч евро. Сейчас я вам покажу две квартиры 1+1, которые достаточно просторные, с ванной, душем и, конечно же, спальной комнатой и гостиной. Вы можете приобрести эту квартиру вместе с бытовой техникой и вместе с картинами, со шкафами, либо сделать под себя. Если говорить о гостиной, то гостиная совмещена с кухней. Здесь в этой квартире очень хорошая шумоизоляция. И самое большое преимущество этой квартиры в том, и вообще этого комплекса в том, что он расположен в 400 метрах от пляжа Клеопатры по прямой. Днем можно находиться на балконе, наслаждаться солнцем и прям по прямой дойти до пляжа Клеопатры, а ночью здесь открывается очень красивая панорама на историческую крепость Алании и на город. Все выполнено в таких спокойных цветах, которые вы впоследствии сможете разбавить какими-то яркими цветами по своему вкусу. На нулевом этаже расположен крытый бассейн. Сейчас крытым бассейном можно пользоваться. Когда заполнят бассейн наверху, также можно будет пользоваться и бассейном открытым. Здесь есть хамам, сауна, комната для отдыха. Хамам достаточно большой. Хамамом также могут пользоваться все жители этого комплекса. И хамам очень-очень красиво выполнен, видите, с такими традиционными османскими узорами. Есть сауна, которой также могут пользоваться все жители этого комплекса и гости, которые здесь снимают квартиры. И здесь есть также душевые кабины, которыми можно пользоваться по желанию после того, как вы посещаете сауну или бассейн. Комната для переодевания, душевые кабины и туалеты. В этом комплексе всего 28 квартир. Половина из них уже продана, поэтому обратите внимание, если вы хотите что-то вот такое вот интересное, эксклюзивное, именно с нотками скандинавского дизайна. А сейчас мы отправимся в другой комплекс, который также расположен на пляже Клеопатра, но уже ближе к морю.
Если говорить об этом районе, непосредственно о районе, который расположен прямо вдоль пляжа Клеопатры, здесь есть все. Здесь есть потрясающая набережная, здесь есть пляж, здесь есть парки, детские площадки, здесь есть вся инфраструктура, которая вам необходима. Здесь есть общественный транспорт, такси. Здесь вы будете находиться в самом центре жизни. Поэтому, если вы хотите приобрести недвижимость на пляже Клеопатры именно в этом районе, это очень хорошее решение практически для всех, как для семей с детьми, так и для тех, кто хочет покой, жить в тихом, спокойном месте, для тех, кто любит море, горы. В общем, район вдоль пляжа Клеопатры – это универсальный район, где каждый найдет что-то для себя. Сейчас мы находимся с вами в одном из самых красивых и элитных жилых комплексов, который расположен всего в 350 метрах от пляжа Клеопатры. Этот комплекс был построен в декабре 2019 года, сдан в эксплуатацию. В нем 80 квартир, половина из которых уже продана. И в этом комплексе есть уникальные дуплексы со своим индивидуальным садом, двухэтажные дуплексы. Также есть квартиры 1 плюс 1 и пентхаусы 2 плюс 1 с видом на крепость Алания или на город. Давайте сейчас пройдем в этот комплекс, и мы вам покажем все самое интересное. В этом комплексе 12 дуплексов с садом, с очень интересной планировкой и отделкой. Таких дуплексов в этом комплексе 12, высота потолков 3 метра, и в стоимость этих квартир входит также отделка стен и потолков на ваш выбор. Что интересного в этом дуплексе? В этом дуплексе самое главное – это сад. Ваш индивидуальный сад, где вы можете наслаждаться свежим воздухом и, конечно же, свободным времяпрепровождением. Площадь данной квартиры, данного дуплекса 120 квадратных метров, и стоит такая квартира 189 тысяч евро. На первом этаже, как вы видите, расположена гостиная, которая совмещена с кухней, с прямым выходом в сад. Есть также гостевой туалет, достаточно просторный душ, и также здесь встроена система «Умный дом», за счет чего вы можете контролировать свет и проверять все, что есть в этом доме. Также на входе расположен шкаф, гардеробная, куда можно поставить стиральную машину, ну и также хранить какие-то вещи. Также здесь расположен водонагреватель. Данные водонагреватели обеспечат вас теплой водой 12 месяцев в году, очень быстро, экономно. Кстати, таким водонагревателем мы тоже пользуемся у себя дома, поэтому это очень современная, эффективная техника. На второй этаж ведет мраморная лестница. И, как я уже сказала, отделку стен и полов вы можете выбрать самостоятельно. Можно выбрать отделку деревом, камнем, либо покрасить под свой вкус и цвет. На втором этаже расположены две спальные комнаты. В большой спальной комнате также есть своя ванная комната с душем, туалетом. Достаточно просторная, красивая. Очень мне понравилась вот эта вот подсветка зеркала. Ну и, конечно же, само оформление. Встроенные шкафы. Очень просторные, большие, до потолка, что позволит вам разместить все необходимые вещи. Ну и, конечно же, место тоже останется. И здесь расположена комната, где можно расположить две кровати
И также встроены огромные шкафы. Вот это, кстати, очень современно, когда шкафы идут до потолка. И большие-большие вот такие вот высокие двери. Очень красивый комплекс класса люкс. Индивидуальная отделка. Очень все красиво. Посмотрите, как красиво смотрится лестница тоже с верхнего этажа. Очень много пространства. И видно, рука мастера, рука дизайнера здесь видна. Этот комплекс выполнен по всем стандартам теплоизоляции, поэтому здесь будет тепло зимой и не холодно летом. Сейчас мы выходим как раз из дуплекса, и я покажу вам всю инфраструктуру этого комплекса. Прямо на выходе расположен бассейн, детская площадка. По всей территории комплекса можно обойти кругом и попасть очень быстро туда, куда вам необходимо. В бассейн, фитнес, спортивный салон, либо в тренажерный зал. Очень красивый здесь бассейн, вот с такими вот фонтанчиками. Много места для шезлонгов. Есть детский бассейн, ну и, конечно же, есть зона барбекю, где можно готовить вкусные блюда, отмечать какие-то события или просто наслаждаться вкусной едой, видами и просто нахождением у бассейна. Вот вы видите, вот такая вот обустроенная красивая кухня. Все очень выдержано, лаконично. И рядом с бассейном расположена зона спа, в которой также расположен крытый бассейн, хамам, сауна и паровая комната. На первом этаже расположены вот именно те самые дуплексы с садом, а зона спа расположена прямо напротив бассейна, который находится на улице. То есть можно плавать и здесь отдыхать, и в теплое время года отдыхать около бассейна, открытого бассейна. Как вы видите, вся отделка яркая, красивая, но одновременно такая успокаивающая. Здесь есть хамам, тоже с традиционной османской отделкой. Очень красиво. И расположена сауна, которой могут пользоваться все жители и гости этого комплекса. Ну и, конечно же, паровая комната. Если вы хотите заняться спортом или у вас есть дети, то в этом комплексе есть игровая площадка, которая расположена также около открытого бассейна. И есть спортивный зал, в котором можно сначала позаниматься, а потом отправиться в хамам и поплавать уже в закрытом бассейне. Вот такая вот большая здесь общественная территория. Очень все лаконично, красиво выполнено. Опять же, в таком скандинавском, европейском стиле. Фитнес-зал с профессиональным оборудованием. Если вы любите спорт, то это именно то, что вам необходимо. В этом комплексе есть три блока, и в каждом блоке также расположены квартиры 1 плюс 1. Площадь данных квартир от 54 квадратных метров и стоимость от 119 тысяч евро. Данные квартиры также продаются с отделкой
с системой «Умный дом», с помощью которой вы можете контролировать и нагрев полов, и электричество в данной квартире. Также по вашему желанию подогрев полов можно сделать как в ванной комнате, так и по всей площади квартиры. Вот таким вот образом выглядит ванная комната, душ. И в этой квартире 1 плюс 1 есть одна спальная комната, тоже достаточно просторная, с красивой отделкой, и кухня, которая совмещена с гостиной. Все тоже выполнено в лаконичных цветах, скандинавский стиль, и в этой квартире также достаточно большой широкий балкон, который выходит на тихую улицу. Есть рядом также тренажерная площадка. В общем, если вы любите заниматься спортом и в комплексе, и на ближайшей территории, можно заниматься спортом, наслаждаться морем, солнцем. Пляж расположен в 350 метрах от данного комплекса. И вот таким вот образом, покажу вам еще раз, выглядит подъезд, лифты и лестница. Очень красивая отделка, сочетание белых, зеленых, светло-коричневых и серых тонов, смотрится очень-очень красиво. На 4-м и 5-м этажах этого комплекса расположены пентхаусы, двухэтажные. И сейчас вам покажем один из таких пентхаусов. Его площадь 108 квадратных метров и цена 195 тысяч евро. В эту стоимость входит отделка стен, полов, ну и, конечно же, встроенные шкафы, как в спальных комнатах, так и на кухне, так и в ванной, так и в ванных комнатах. Здесь, купив эту квартиру, вы сможете выбрать самостоятельно, какую отделку стен, полов и какого плана шкафы вы захотите. Я надеюсь, что вам понравился этот комплекс. И если вы действительно ищете что-то эксклюзивное и уникальное, это действительно то, что вам необходимо. Здесь есть все для комфортного проживания в Аланье, совсем недалеко от пляжа Клеопатры. Вот такая вот прекрасная атмосфера на пляже Клеопатры всегда. И, конечно же, купаться в море можно не только летом, в теплое время года, но и, например, в январе, в декабре и феврале, когда светит солнце. Потому что, когда светит солнце, зимой температура воздуха может доходить до 20-25 градусов. Люди загорают, купаются и отдыхают. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, приезжайте в Аланью, наслаждайтесь морем, солнцем, потрясающей природой, достопримечательностями. И я уверена, абсолютно уверена в том, что каждый найдет для себя свою Турцию, свою Аланью. Я прекрасно это знаю. Поэтому добро пожаловать, всем всего хорошего, будьте здоровы и скоро увидимся в Аланье.